Потому что есть, вы знаете, решение суда, и по идее оно должно быть исполнено. Но мы понимаем всю сложность этой ситуации, и поэтому здесь проводится повторная экспертиза. Вообще технически возможно оставить в таком состоянии этот дом? Понятно, что суд принимал решение, исходя из формальных оснований. Не было в определенный момент времени получено согласование соответствующих органов, не была проведена геология, не была проведена общая экспертиза строительная. Соответственно, не было оснований возводить эти 9 этажей дополнительных, поэтому суд признал незаконным их возведение, обязал их снести. Задача, которая сейчас перед нами стоит, посмотреть, насколько реально вообще сохранение этажности существующей без укрепления или с укреплением фундамента, без проведения или с проведением дополнительных работ. Потому что наша основная задача, это, конечно, дольщиков, проблему дольщиков решать надо, но не за счет жизней их в этом доме. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».